16 градусов. Представляете? Но это не Сочи, ребят. Мы находимся в Краснодаре. Посмотрите, какая погода. Первый раз я прям вот сам в Краснодар еду, забрал своих родителей. Мы едем на присягу моего племянника, крестника, да, который поступил в летное училище. Высшее. Высшее, да. И военное. Военное, да. Вот, и поэтому мы сегодня здесь, на выходные, так сказать. Погода, конечно, в Краснодаре отличается от Сочи. Здесь не только прохладнее сейчас, по крайней мере, но еще и ветра. Вот. Сейчас у нас суббота, поэтому мы надеемся, что особых пробок не будет. Вот. Сам Краснодар я не знаю. Характеризовать его, конечно же, не буду. Хорошо там, плохо. Ну, просто потому что уверен, что в каждом городе, который вы можете как-то характеризовать, обязательно надо пожить. Это вот 100%. И прожить целый год, все сезоны. Тогда можно делать какие-то выводы. Краснодар, даже сейчас, вчера я ехал, просто сплошные пробки, я добирался, больше 5 часов, наверное, часов 7 я ехал на джубке в пробке. Очень много, кстати, народ едет в Сочи, ну, в том направлении, то есть Лазаревский и так далее. Вчера еще были сильные дожди и проливные грозы, соответственно, тоже подмыло несколько дорог, так сказать. Были затопления даже, вот, и аварии и так далее. Но все равно в Сочи приятнее температура, более комфортная. Однозначно море оно дает, как батарея, да, греет, еще прогревает воздух. И поэтому в Сочи, конечно, температура градусов на 7, сейчас это 8, даже в такую дождливую погоду однозначно отличается, это 100%. Кстати говоря, вчера попал в такую, сказать, ловушку в плане пробки. В пробку встал я перед Джубгой и Новомихайловск, по-моему, какой-то есть такой поселочек. И находился прям, получается, в серпантине, да, и вот там ловил телефон на связь, а интернета не ловил. Поэтому создал прям такой коллапс неудобства, потому что, отъехав от Сочи, я уже привык, что у меня везде все ловит, звонят, обращаются люди, и если надо быть постоянно на связи, а вчера прям так почувствовал, что такое остаться без, так сказать, связи. Вот. Приедем мы, наверное, завтра уже. Вот. Сейчас посмотрим, может быть, что-то там на присяге поснимаю для вас. Вот такая погода. Понимаете, в Краснодаре, я, честно говоря, удивлен, 16 градусов, ну, я думал, это не осенняя погода, причем начало осенней погоды. Это утро. Да, ну утро сколько, почти 9 часов, как бы, я думаю, что у нас, по крайней мере, намного теплее. Я еще хорошо взял ветровочку, вот, чтобы не замерзнуть, хотя я не ожидал, что такая будет градусов, ну, градусов 23 там точно будет. Подобного. Так что оставайтесь на нашем канале, смотрите следующее видео. Всем пока.